Вот. Идет. Идет. Это хороший дождик идет. Замечательный, просто замечательный. Не такой, какие были до этого. Это прям нормальный. Вот он такой хороший. Прошел дождик. Курицы ходят. Смыло всю грязь, которую нападала вчера. А, нет, не все смыло. Не все, осталось еще кое-что. Осталось. Ну, практически смыло хорошо. Это сегодня хороший дождик прошел. Не то, что были прошлые раза. Косилочка тоже почти чистая. Тут вот осталось кое-где грязные. Ну, муравейники с муравейников. Ну, это ерунда. Косил вчера сено. Осталось там кое-что. Хотел кое-что еще подкосить. Сегодня съездить. Там минут на 30. Охватик маленький. Но вот такой дождь прошел. В принципе, ротор, наверное, пойдет. Она скосит. Но я что-то... короче, не хочу уже ехать. Хватит, говорю, хватит. Сейчас я вчера, когда поехал косить, заливал полный бак. Сейчас я наберу солярки в канистры, заправлю и скажу вам, сколько солярки я вчера сжег. Начал косить я вчера где-то примерно с половины 12 дня и косил до половины 6, половины 7. Вот так вот. Перерывов не было. Косил я на третьей передаче. Иногда включал четвертую. Там такие неровности. Неровное поле. Короче, там даже не поле. Полем трудно назвать. Так что сейчас канистры наберу, солярки. И посмотрим. Ну так что, смотрите. Наливать будем вот таким шлангом. Ну обычно, как все. Один конец шланга запихиваем. Бочку. Вот так, раз и все. Все дело наливается. Все, сегодня поехали. Деревня пустеет. Машины поехали домой. Домой. Такая у нас сегодня грязная дорога после дождя такого. Вот сильного дождя, хорошего ливня. Все расквасило, все, буквально все. Ну ничего, денек-другой подсохнет. Поехали домой, все по домам. Все домой отправляются. Ну что, завтра же на работу всем. Все, домой, хватит гостить в Окунево. И тут тоже все почти уехали. Вон там у нас Солиолис, там машин несколько тоже было. На тут стояло и на задах тоже все поуезжали. Итак, друзья мои, вот они, 60 литров. Сейчас будем заливать. Залил я под самую горловину почти. Сейчас будем заливать в трактор. Одеваем перчаточки, чтобы, ну, техника безопасности. Хотя тут какая нафиг техника безопасности, солярку заливать. Ставим сюда. В каждом баке трактора должен быть такой вот фильтр, сетка. Помогает хорошо, когда какие-то примеси бывают. Опа!
канистра ушла. Заливаем еще одну канистру. Залил и потом отлил. Отлил я литра, ну, литра 4 будет. Литра 4 будет, наверное. Вот по это горлышко я за отлил. Если этот литров, канистр 20-литровый, если вот так вот половина, ну вот так вот будет, наверное, литра 4 будет. Вот так вот. Итого, за вчерашний день я сжег солярки литров, ну не 40 я не сжег, сжег я где-то литров 36 где-то литров, 36-35, где-то так вот, за 7 часов работы примерно 7 часов работы. На 3-4 передаче с роторной косилкой Веракс. Много это или мало, я не знаю, друзья мои. Судите сами. Площадь, которую я скосил, покажу я чуть попозже. Вчера я это дело заснять не получилось. А я еду. Самое главное, друзья мои, после того, как откосил, я всегда... Ну вот, покосил я. Чтобы просто ремни не пороть, их там, не растягивать лишний раз, я беру ключ, и вот сегодня все, завтра, сегодня я уже не поеду. Я ослабляю натяжение ремней до самого минимального. Пускай приходит в исходное положение. Обычно я это делаю все после того, как сразу же откосил. Но... Вчера очень сильно устал, поэтому, короче, пропустил я эту процедуру. Так что сейчас вот в данный момент ослабляю ремни до самого минимального. Так, еще идет дождик, ну ничего страшного. Вот, все нормально. Сниму ножи чуть-чуть попозже, можно будет почистить. Ремни, убрать землю. Вот так вот. А я еду за туманом. За туманом. За запахом тайги. На-на-на-на-на-на-на. Вот так вот. Такие лайфхаки. Приготовил канистры пустые. Куда приготовил? Осталось полбочки солярки. Сейчас я поставил бочку сюда, когда бочка отстоится, ну грязь в ней отстоится, все равно там какие-то есть микрочастицы. Откручиваю пробку, ставлю канистры рядом и наливаю, опустошаю бочку, короче. Тут поставлю пока их рядом с бочкой. И буду наливать. Так вот, что я еще хотел сказать вам, друзья мои. Могу сказать, что у нас в нашей деревне в этом году, вот буквально вчера-позавчера, продался еще один дом одной молодой семье. Ну, как относительно молодой, там, мужчина, женщина, парень, ну, точнее, парень, девушка, ребенок у них есть, несовершеннолетний. Купили дом на нашей улице, по улице Центральной, там вот в начале, недалеко от магазина, от перекрестка. Заселяться будут в ближайшие дни. Конечно же, дому нужен, предстоит большой ремонт, но что меня радует, дом тот стоял пустой, там жила до этого бабушка, она скончалась, дом перешел по наследству родственников,
к родственникам, ну вот они продали. Про чем продали дом, квадрат, так, сколько там квадратов? Там где-то примерно около 50 квадратов, то есть две комнаты. Кухонька и горница, ну или как изба и горница, ну две комнаты так называемые. Дом покрыт шифером, без фундамента, неплохой домишко, земли там соток, наверное, 15. Продали, купили они, эта молодая семья купила за 750 тысяч рублей. Вот такая цена дома была. Так что меня это радует. К нам едут люди. Плохо или это хорошо? Конечно же, это хорошо, друзья мои. Люди едут, везут свою энергию, везут. Ну, будут что-то делать. Дом не будет разрушаться. Дом будет жить, будет работать. Что они сделают, какой ремонт, не знаю, посмотрим. Так что вот так вот. Еще на одну семью в нашей деревне стало больше. Это, конечно, хорошо. Ладно, все, на этом все. Пока дождик накапывает, идет, хватит болтать, идти надо что-то делать, Нужно завести трактор, отцепить эту косилку, угнать трактор. А нет, наверное, вытащить грабли волковые, а может быть угнать. Ну, короче, трактор сейчас уже больше здесь не нужен в данный момент. Вчера отказали на тракторе. Вентиляторы, то есть, так сказать, кондиционеры. Я их починил. Сейчас вам покажу. Стоит два вентилятора. Вот и вот. Здесь такая полотенце. Я все езжу, когда кашу. Сено вытираю. Вот так вот едешь. Едешь такой. Шпарит, жара невыносимо. Тут вот берешь полотенце, раз, вот оно тут всегда под рукой. Раз, чик, вытерся, пот, вытер и дальше фигаришь. Вот этот вентилятор стоял здесь, но он отказал по какой причине? Провода отпали там. Провод отпал от включателя-выключателя. А вот этот вентилятор я сегодня поставил еще дополнительно, потому что одного мало. Вот этого мало, вот этот будет работать хорошо. Ну, два их будет хорошо. Хотел я его поставить вот сюда, закрутить вот в это место. Но я что-то подумал, далековато будет, и тут будут рычаги мешать, что он будет обдувать. А тут вот более-менее нормально будет вот так вот. Обычно в тракторе в МТЗ-шке ставится здесь кондиционер, ну, как холодный воздух дует. Но у нас сиденье переделанное, и кондиционера нет, просто вот сделано на два. С маленькой кабиной здесь ставился кондиционер такой в заводском исполнении. Но он рабочий, все, он лежит у нас дома там. У родителей, когда трактор купили, трактор был с этим сиденьем. Потом вот выкинули то сиденье маленькое заводское и сделали вот это вот большое сиденье на два человека. Сейчас я вам покажу, как работает. Так, включаем массу. Массу включили. Пожалуйста, вот горит. О, видите как? Угу. И как работают, короче, на этих вентиляторах. Они, я их покупали то ли в Ленте, то ли в Низкоцен еще года два или три назад. Есть свои включатели, выключатели стандартные. И еще у меня здесь вот есть вот такой. Во как работает. Вот. Можно отключить его один, вот здесь вот есть. Вот кнопочка. Чик. Все. И там вот кнопочка есть. Так, опа. Все. И сейчас здесь включим также кнопочку. Ну все. Кондиционер работает успешно. Нормально будет в следующий раз. Не, просто на самом деле, когда на улице тридцатник стоит,
с лишним даже. И трактор греется, железо тянет. Вот это нагревается, вот тепло все. Жарко. Тут, наверное, градусов все 60 в тракторе. Ну что тут вот лючок этот открываю я. Заднее стекло не открываю, потому что пыль летит, все это хорошо тогда. Это когда на граблях ходишь, стекло заднее открываешь, как-то еще более-менее протягивает это все. А так жарко очень, жарко тут. Ладно. Так, вот такие дела. Да, еще что хотел сказать. Вот я вчера наездил, я выехал вчера, было 9000, это, то есть 993 моточаса. То есть я за вчерашний день накатал 4 моточаса. Вот так вот. Вот, хотя косил я 7 часов, где-то 6-7 часов. Но вот счетчик моточасов показал почему-то 4 моточаса. Ну, у него своя, как говорится, там он по-своему как-то это все отсчитывает. Вот так. Ну, а так все у нас, что в кабине, тут все стандартно. Все, тут ничего не менялось. В принципе, все это есть. Все так, как было, так есть. Вентилятор запасной, все это. Ничего. Дверь вот сегодня ремонтировал, дверь открывал. Так, массу я выключил. Ага, выключил. Все. Ну вот она, вот открывается лючок. Ну что это лючок? Мало же его. Или только кто-то мне скажет, ну открути вот эти стойки, поставь его выше, сделай люк, задери, чтобы он там был на всю открыт, мол, и будет хорошо. Выше, мол, будет продуваться лучше. Крышу, мол, это убрать. Ну, с одной стороны, может быть, кто скажет, это будет это и правильно, верно. Ну, не знаю, мне вот я ставим вот два вентилятора. Раньше ставился другие вентиляторы, маленькие, советские еще. Такие вот где-то они были небольшие. Ну, хорошо работали. Ну, а сейчас вот эти два будет стоять. Нормально будет, думаю, хватать. Такой вот сегодняшний маленький, или точнее сказать, такой большой, обширный. Все, пока. Пишите комментарии, кто что думает, как что делает и какие у вас есть вопросы ко мне. Ну-ка, Петя, петушок, закричи. Как умеешь кричать? Ну, давай. Говори. Так, один сказал свое слово, а ты говори. О, молодца, 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 молодца.